Недалеко от Рима расположено маленькое вулканическое озеро, названное в честь города Неми. Оно лежит в окружении девственной природы, и Неми любуется очаровательным видом, возвышаясь над зеркальными водами озера. За красотой этой местности вряд ли можно разглядеть ее тайну, ту, которую тщательно скрывают воды Неми. Местные жители рассказывали, что на дне озера лежат останки двух огромных кораблей. Но в древних текстах не содержится упоминаний о существовании кораблей на озере Неми. Были ли эти рассказы частью коллективной памяти народа, или это всего лишь легенда? Леон Батиста Альберти в 1446 году и Франческо Ди Марчи в 1535 были первыми, кто убедился в том, что на дне озера действительно лежат корабли. Оба пытались поднять их, но безуспешно. Изучение некоторых археологических находок установило, что корабли, вне сомнения, были римскими. Датировались они первым веком новой эры. В 20-е годы 20-го столетия суда были в конце концов подняты, благодаря крайне сложной операции. Озеро было осушено. Из 20-векового ила возникли корпуса двух огромных кораблей, длиной 70 метров и шириной 25 метров. Тайна раскрылась. Но возникли новые вопросы. Что такие большие корабли делали в таком маленьком озере? Кто их построил и зачем? Почему они были уничтожены? Отправимся в путешествие в прошлое и вернемся на 20 веков назад, в эпоху Римской империи, для разгадки этих тайн, секретов, затерянных в песках времени. Неми. Загадка на дне озера. С поднятием и изучением кораблей археологическая головоломка обрела форму, на которую повлияло полное отсутствие исторических источников. Там были корабли. Почему же нет их следа в истории? Технические эксперты определили, что суда датируются первым веком новой эры и были построены с использованием передовых технологий кораблестроения того времени. На кораблях были постройки из кирпича, облицованные мрамором, с колоннами, мозаиками и разнообразной обстановкой. На первом корабле, возможно, был императорский дворец, в то время как на втором находился храм с внутренним двориком, с колоннадой и пристройками. Конструкции судов и строений, металлические и деревянные детали были совершенными. Эти корабли были созданы для того, чтобы противостоять времени. Но почему? И более важно, кто был заинтересован в их постройке? Первоначальный ответ можно найти на свинцовых трубах, на которых была обнаружена подпись создателя кораблей. Цезарь Август Германик, третий император Рима, более известный как Калигула. Но что делал Калигула с двумя такими огромными кораблями на озере Неми? Для того, чтобы разгадать секрет кораблей на дне озера, давайте узнаем человека, который приказал их построить. Чтобы разобраться в полной путанице в семье Калигулы, изобразим схему и представим два первых кусочка этой головоломки. Две важные фигуры — Марка Антония и Октавиана.
Эти двое приготовились к сражению за обладание империей. Но уже в начале развернувшихся гражданских войн сформировался триумвират. Управление Востоком досталось Антонию, Западом — Октавиану, Африка — Липиду. Для укрепления мира между соперниками Антоний женился на сестре Октавиана — Октавии. Но сердце Антония принадлежало Александрии, где он наслаждался сказочным романом с Клеопатрой. Когда его жена Октавия родила ему в Риме дочь Антонию, его возлюбленная Клеопатра подарила ему близнецов в Александрии. Антоний отверг Октавию для того, чтобы жениться на Клеопатре. Это послужило Октавиану поводом для нападения на Марка Антония. Столкновение произошло 2 сентября 31 года до новой эры при Акциуме. Большая часть флота Антония и Клеопатры погибла, а они бежали. Позже Антоний покончил с собой, поверив в слухи о самоубийстве Клеопатры. Царица последовала за ним, как в пьесе Шекспира. Между тем, несмотря на то, что он был женат и являлся отцом прелестной Юлии, Октавиан не устоял перед чарами Ливии Друзиллы. Стремясь обеспечить власть своему сыну, эта женщина не останавливалась ни перед чем, чтобы погубить наследников Октавиана. Юлию сослали на остров Винтотена, а ее дети были убиты. Единственной, кто выжил, была Агриппина, бельмо на глазу у Ливии. Сын Агриппины стал третьим императором, Гаем Цезарем, прозванным Калигулой. Между тем, что же стало с детьми египетской царицы после смерти Антония и Клеопатры? Они были взяты Октавией, которая не держала зла на Антония. С рождения Калигула дышал воздухом Египта в доме его бабушки Октавии. Да, его бабушки. Мы уже сказали, что матерью Калигулы была Агриппина, дочь Юлии и внучка Октавиана. Его отцом был Германик, сын Антония и внук Октавии. Иными словами, родители Калигулы были внуками императора Октавиана и его сестры Октавии. Несмотря на дьявольские махинации Ливии Друзиллы, судьба вернула власть ее законному обладателю, прямому потомку императора Октавиана, Калигуле. Но какую роль сыграл Египет в истории, которая началась в маленьком озере недалеко от Рима? Будучи успешным военачальником, Германик получил титул верховного командующего с особыми полномочиями, став по существу правителем восточных областей империи. Но Египет не был под его контролем. Октавиан сделал его личным владением императора, управляемым без вмешательства Сената. Но почему он так интересовался Египтом? Была ли эта провинция столь важной? Без сомнения, Египет был политически и экономически очень важной областью в шахматной игре императора. Став при Августе римской провинцией, он был верен должностным лицам из сословия всадников. Даже сенаторы должны были получать разрешение от верховных властей, прежде чем поехать в Египет. Без разрешения императора Германик вместе со своей семьей совершил тайную поездку в Египет. Император Тиберий немедленно узнал об этом и испугался, что Германик хочет взять Египет под свой контроль. По возвращении в Антиохию Германик встретился с полномочным представителем императора и поспорил с ним относительно управления провинциями. Вскоре после этого Германик внезапно заболел и умер. В то время Калигуле было всего 5 лет. Эти события, поездка в Египет, какое влияние они оказали на него? Во время путешествия маленький Калигула плавал по Нилу, прогуливался между колонн величественных храмов и видел озера со священными кораблями богини Исиды. Озера, священные корабли
и Сида. Сколько во всем этом совпадений и сколько реальных взаимосвязей с озером Неми? Могу я задать один вопрос? Кем была Исида? В глубине времен Бог-творец Атум появился на маленькой горе среди водного хаоса и создал двух божеств — Шу и Тефнут, которые вступили в брак и породили Геба и Нут — землю и море, от которых пошли Осирис, Исида, Сет и Нефтида. Однажды Сет убил Осириса и разбросал части его тела по всей земле. Исида собрала их все, за исключением Фалоса, который был съеден рыбой. Итак, используя свои магические силы, Исида вернула Осириса к жизни, забеременела от него и родила Гора. Классифицировать египетских божеств по четко определенным категориям, без упрощения, невозможно по двум причинам. Из-за сложности египетских религиозных представлений и длительности периода, в течение которого они развивались. Великие историки во все времена совершали эту ошибку. Один из них, Плутарх, пытался перевести на свой рациональный греческий язык концепцию вселенского божества, называемого высшими жрецами, Исидой. Ее образ включает в себя очень важные символы, один из которых — лунный диск, как правило, красного цвета, находящийся на голове богини между двух коровьих рогов. Египетское изображение Исиды несколько отличается от римского, которое мы можем назвать западной версией этого божества, представленной в мраморе и имеющей идентифицирующие ее особые атрибуты, например, систр или полумесяц. Последний — это элемент, объединяющий ее с Дианой, поскольку та олицетворяет ночной свет. Свет Луны. Исида часто изображается в необычной одежде, завязанной на груди узлом, который назывался узлом Исиды. Другая распространенная характеристика этой богини связана с ее материнством и выхаживанием сына Гора. Это представление снова возникло уже в христианстве. Мадонна, которая является матерью для всего христианского мира. Мадонна, rappresentata come la madre di tutto il mondo cristiano. Кроме узла Исиды и систра, музыкального инструмента, используемого во время религиозных церемоний, другим важным атрибутом был кувшин с водой. Символ плодородия, рождения и смерти, единых в цикле возрождения. Он также символизировал путешествие через царство мертвых, которое находится в воде, за бортом корабля. В египетском культе Исида плавала на корабле, представляющем путешествие человека к смерти, к Осирису, властелину загробного царства. Возможно ли, что Калигула построил корабль Исиды на Неми? Прежде всего, мы можем сказать, основываясь на сочинениях Светония и Диона Кассия, что не существует доказательств того, что знаменитые корабли из Неми прямо указывают на культ Исиды. Тем не менее, возможно, что есть некоторая связь между роскошными кораблями, использовавшимися Калигулой, и этим культом.
На эту мысль нас наводят археологи. Мы должны помнить о находке Систра, музыкального инструмента, тесно связанного с Исидой. Но в целом нужно сказать, что Калигула был верным приверженцем этой египетской богини и хотел включить поклонение ей в свое собственное политическое мировоззрение, частью которого был культ императора и концепция абсолютной монархии, которую он усвоил у эллинистов. На пристрастие Калигулы оказала влияние и его семья. Мы помним, что он происходил из семьи Марка Антония. Поклонение Исиде уходило корнями в юные годы императора. Следует также помнить, что во времена расцвета Римской империи мистические культы, включая культ Исида Осириса, имели большое влияние. Калигулой был построен большой храм этой египетской богини в Риме, на Марсовом поле. Использование плавающих дворцов в античном мире хорошо известно. Мы знаем, что Домициан любил устраивать празднества на озере Альбано. Это было обычным явлением в Риме. Около Марсового поля было искусственное озеро, известное как Стагнум Агриппае или пруд Агриппы. Нерон устраивал там ночные празднества на простых лодках, похожих на плоты. Другой характеристикой кораблей Калигулы был их церемониальный аспект. Они были тесно связаны со святилищем Дианы, находившимся неподалеку. Эту связь демонстрирует и местоположение кораблей, и обнаружение их на борту такого предмета, как систер, и других вещей, относящихся к восточным культам. Кроме того, мы знаем, что в египетском мире Исида также защищала плывущие корабли от мертвых душ. Так что связь между кораблями Калигулы и соседством Исиды с Дианой на берегу озера должна была существовать. Between Caligula ships and the presence of Isis alongside Diana on the lakeshore. Diana sulle rive del lago. Far to the south. Далеко к югу от Каира находятся руины Дендеры, культового места с чудесным храмом, посвященным богине Хатор. Далее лежат развалины храма Исиды, а за ними священное озеро. Похожие находки были сделаны на острове Филей, в Карнаке, на Абидосе. Все храмы богини Исиды имели священное озеро. Такое как озеро Неми. Является ли это доказательством или просто совпадением? Ученые, которые исследовали суда, когда те были подняты, больше интересовались их техническими особенностями, а не тем, почему корабли были построены. Кое-что объяснялось предполагаемым безумием Калигулы. Но не все в это верили. Уже в 1903 году археологом Лючией Марпурго была найдена надпись в храме Дианы около озера, которая содержала перечень даров египетской богини Исиде и ее дочери. Возможно ли, что корабли действительно были посвящены культу Исиды, чужеземной богини? Почему местные жители заменили ею свою Диану, которой они поклонялись в течение веков? Установлено, что культовое сооружение на северном берегу озера Неми существовало с древнейших времен. В конце VI века до новой эры оно стало сакральным местом, посвященным богине Диане. Позже, примерно во втором столетии до новой эры, было основано святилище Дианы.
Этот культ просуществовал почти до третьего века новой эры. Однако все началось не здесь, а в далекой земле между побережьями Греции и Западной Турции, и далее в Тавриде, нынешнем Крыму. Федра, супруга Тесея, правитель Афин, видя, как молод, силен и прекрасен ее пасынок Ипполит, влюбилась в него и предложила себя ему. Но юный Ипполит решительно отверг ее домогательство. Оскорбленная Федра возненавидела его и сказала своему мужу, что пасынок пытался надругаться над ней. Тесей изгнал Ипполита, и тот отправился в путь из Афин на своей колеснице. По дороге он встретился с чудовищем, посланным Посейдоном. Напуганные лошади взбесились и понесли. Они потащили Ипполита, запутавшегося в поводьях по земле, и он погиб. Богиня Артемида, скорбя о смерти Ипполита, обратилась к Асклепию, врачу и полубогу, который возвратил юношу к жизни при помощи особого средства. Сделав это, Асклепий нарушил законы природы и вызвал гнев Зевса. Никто не может возвращать к жизни мертвых. Ипполит должен умереть. Снова вмешалась Артемида. Она перенесла Ипполита в рощу Ариции, около Неми. Здесь Ипполит поменял свое имя на Вирбиус, или Вирбий, то есть «дважды человек». Артемида приняла имя Дианы, а Вирбиус стал ее первым верховным жрецом, получив титул Рекс Неморенсис, царь леса. Но если эта культурная традиция имеет такие глубокие корни, как оказалось возможным, что местное население смогло принять замену их богини Дианы на чужеземное божество Исиду из далекого Египта? Теперь мы должны вернуться назад и обратить особое внимание на следующий аспект языческой религии. Божество — это не что-то, существующее вне сотворенного космоса. Оно имманентно. Божество находится внутри реальности, которую мы наблюдаем. Это божество представлялось разными способами. В древности был широко распространен культ женского божества с материнским порождающим началом. Диана, Артемида и Исида — богини, принадлежащие к этой категории. Можно сказать, что Исида является египетской интерпретацией Артемиды, а Диана — римской. And Diana is the Roman interpretation. È l'interpretazione romana della stessa dea Artemide. Калигула желал олицетворять Осириса, супруга Исиды. И это объясняет его привязанность к собственной сестре Друзилле, которую он представлял женским божеством, подобным Исиде. Культ Дианы в Неме необычен, потому что представляет собой соединение двух разных культов. Возможно, в начале V века до новой эры латинская Диана была совмещена с Артемидой из Тавриды. Богиня Артемида пришла в ярость, когда Агамемнон убил священную лань. Она призвала ветер, который воспрепятствовал отплыть в Трою греческому флоту, стоявшему на якоре в гавани Авлиде. По совету предсказателя Калкаса, царь решил принести в жертву богине свою дочь, Ифигению.
Но Артемида спасла девушку, заменив ее на жертвенном алтаре ланью. После этого она перенесла Ифигению в Тавриду, сделала ее жрицей в своем храме и позволила греческому флоту отправиться в путь. Считается, что это божество, требовавшее человеческих жертв, было принесено Орестом. Он бежал после того, как убил свою мать, чтобы отомстить за смерть отца, и воссоединился со своей сестрой Ифигенией, жрицей Артемиды Таврической. Так Орест и Ифигения принесли этот кровавый культ на берега озера Неми. Позже Артемида из Тавриды соединилась с другим божеством, имевшим такие же черты, как латинская Диана. Это была восточная богиня Исида, чей культ уподобился культу Дианы ближе к концу первого века до новой эры или в начале первого века новой эры. Но вернемся к кораблям. Операция по поднятию кораблей была историческим событием, которое привлекло внимание всего мира. Вы можете удивиться. Что в ней особенного? Все просто. Озеро было частично осушено. Проектируя здание музея, архитектор искал вдохновение в ангарах и папских арсеналах. Действительно, вы можете видеть, как музей походит на те здания на Лонгатевере, которые были построены во времена Великого папского правления. Почему же корабли считаются такими важными? Поразительными оказались гибкость и прочность корпусов. Было подсчитано, что дворец, находившийся на первом корабле, весил более 600 тонн. Два корабля различаются в нескольких деталях. Второй немного длиннее и шире первого. Также на нем были своеобразные выступающие вперед конструкции, скорее всего, предназначенные для гребцов. Палуба достигала 30 метров в ширину и 60 метров в длину. Ее площадь составляла 1800 квадратных метров. Такое пространство могут занять 5 теннисных кортов. На палубе находился храм с перистилем, где во время церемонии стояли ее участники и верховные жрецы. Ночью, когда выполнялся ритуал, храмовый корабль двигался к центру озера, следуя за дворцовым кораблем, на борту которого находился император. И эти корабли возвышались над двумя небольшими лодками. Но давайте вернемся к корпусам. Взглянем на деревянные конструкции корабля. Они поражают своим совершенством и мастерством исполнения. Подводная часть корабля была защищена шерстью, пропитанной водонепроницаемым веществом. Поверх шерсти располагались свинцовые пластины, прикрепленные к корпусу медными гвоздями. Одним из главных объяснений важности изучения кораблей Неми является то, что они дают информацию о технологиях античного судостроения. Когда корабли были обнаружены, ученые еще не были знакомы с подобной методикой постройки корпусов. Казалось удивительным, что такое судно можно построить, соединяя доски небольшими штифтами. Однако в ходе дальнейшего исследования такая необычная техника стала более понятной, и было установлено, в частности, что корабли строились так, что каркас имел
оригинальную форму, напоминающую раковину моллюска. Уникальность такой техники постройки заключалась в том, что доски остова скреплялись при помощи небольших штифтов. С каждой новой доской корпус корабля становился шире, постепенно приобретая форму, напоминающую раковину моллюска. Можно сказать, что остов корабля был собран из множества сегментов, соединенных друг с другом и накрытых палубой, которая лежала на горизонтальных балках, как крышка на кастрюле. Когда корабли были подняты со дна, то немногое, что на них сохранилось, обрушилось, и обломки оказались разбросанными по палубе и за бортом. Предметы, которые были подняты, показали ученым, какими замысловатыми были корабельные надстройки. Двери и окна в зданиях имели элегантные бронзовые ручки. Установлено, что крыши были сделаны из терракотовых плиток и покрыты позолоченными медными листами. Было реконструировано много мозаичных фрагментов и найдена разнообразная комнатная обстановка, в том числе вазы и другие предметы декора. Были найдены элегантные бронзовые перила, украшенные плитами с изображениями сатиров, веселых лесных божеств. Возможно, эти перила образовывали парапет на втором корабле. Но наиболее впечатляющими находками были изделия из бронзы, символизирующие сами корабли, различные волчьи головы, три ящика, украшенные изображениями человеческих рук, две львиные головы на румпелях. Многое исчезло со временем, а первый корабль, возможно, был перестроен Нероном. Все это сделало невозможным восстановление архитектурного облика зданий. Только недавние исследования показали, как были устроены палубы двух кораблей, дав нам шанс увидеть их древнее величие. Строение на первом корабле трудно воссоздать, потому что от них осталось очень мало элементов. Однако из того, что сохранилось, явствует, что в центре корабля возвышалось очень важное здание. Оно опиралось как на сваи, на целую систему терракотовых труб, зафиксированных в растворе, напоминающем цемент. Перед центральным строением находилось небольшое открытое пространство, на котором, возможно, стояло другое здание. Со вторым кораблем нам повезло больше, поскольку от него сохранилось больше элементов. Главным его строением был храм, находившийся между средней частью корабля и кормой. Перед храмом, по направлению к носу судна, располагался дворик, перистиль, окруженный колоннами, которые сейчас выставлены в музее. Ближе к носу находилось строение с маленькими арками, колоннами, в котором, как в театре, была установлена сцена. Это была центральная часть судна. По бокам корабля располагались отдельные проходы для гребцов. Separate from the parts used for movements on board.
По всей вероятности, это был плавающий храм. Поднятие со дна озера некоторых предметов, включая румпели, весла и якоря, весьма помогло в изучении оснастки корабля. Железный якорь имел складной шток и был покрыт деревом. Деревянная отделка должна была препятствовать повреждению боков корабля, когда поднимался якорь. Шток складывался, когда якорь лежал на палубе. Другим важным механизмом были трюмные помпы. Недавние подводные находки античных реликтов показали, что такие насосы были обычным явлением в древнем мореплавании. И это позволяет точно определить их тип и назначение. Там были, например, нагнетательные, то есть поршневые насосы. В некоторых конструкциях помп использовалась веревка, на которой были нанизаны маленькие деревянные диски. Такое устройство откачивало воду, которая потом выливалась за борт через свинцовые трубы. Другими объектами, вызвавшими большой интерес во время изучения кораблей, были сферы и валы, соединенные с вращающимися платформами. Возможно, эти платформы были основанием для блоков, поднимающих грузы. В 1944 году союзные войска бомбили немецкие батареи, расположенные около музея. Смотрители, находившиеся неподалеку в пещерах, рассказывали, что вечером 31 мая они заметили какое-то движение в здании. Чуть позже из его окон вырвалось жуткое пламя, которое за несколько часов уничтожило то, что тщательно охранялось природой 20 веков. Что это было? Удар по отступающим немецким частям? Мы никогда не узнаем. Но почему корабли были затоплены? Почему о них нет упоминаний в исторических источниках? Едва Калигула был избран римским императором, он сразу же начал наживать врагов среди римской аристократии, священнослужителей и сената. Почему? Калигула незамедлительно стал строить придворную жизнь по египетскому образцу, начав изменения с одежды. Но несмотря на то, что его эксцентричность раздражала сенаторов, которые видели, как он нарушает все правила строгого этикета, не это стало причиной больших проблем. Калигула установил автократическое правление. Он желал единолично управлять всеми народами, покоренными Римской империей, и тем самым он становился все более и более похожим на фараона. Факты, казалось, говорили о том, что его политика работала. Но Сенат не мог этого позволить. Давайте рассмотрим причины этого. В Египте фараон — это бог, сошедший на землю. Однако в римском мире император — примус интер парес. То есть первый среди равных или человек, который естественным образом обладает властью, но не является богом на земле. Римляне были гражданами, но не подданными. Для римской ментальности было неприемлемым считать, что правители являются богами, сошедшими на землю. Вот почему такая абсолютная власть вызывала сопротивление, особенно со стороны сенаторов. Правитель Египта, наделенный всеми человеческими и божественными силами, властвовал над страной и своими подданными, в то время как в Риме республиканский строй основывался на разделении власти, а Сенат контролировал деятельность императора и действовал наряду с ним. Таким образом, Калигула с его политикой подрывал демократию и силу Сената.
Юлий Цезарь в свое время уже рискнул слишком уподобиться фараону, и это стало одной из причин его убийства. Мы должны помнить, что Калигула был потомком Антония, а Антония также привлекала единоличную власть. Позиция Калигулы выглядела явно опасной для Сената. Вот почему Сенат стал противником императора. В результате возникла проблема. Калигула стал слишком раздражающим. Он должен быть устранен, но сначала должен быть разрушен его образ. Память о нем была проклята и уничтожена, и до недавнего времени он считался одним из сумасшедших императоров. Сам Светоний говорил о нем как о безумце. Но мы не думаем, что он или другие императоры, Тиберий тоже был представлен в дурном свете, могли править таким государством, как Рим, будучи умалишенными. Очевидно, что Светоний находился под влиянием Сената и поэтому толковал некоторые явления в антиимператорском ключе. Придется говорить о чудовище. Он стал наделять себя божественным величием и приказал привезти из Греции изображения богов, в том числе даже Юпитера Олимпийского, чтобы заменить их головы на свою. Светоний был древним сплетником и человеком, не любившим Калигулу. Он выступал против Калигулы в защиту Сената и поэтому делал все, что мог, для того, чтобы представить императора в негативном свете. По мере возможности все документы и доказательства должны были быть полностью уничтожены. Великие корабли на Неме подлежали разрушению, чтобы ничто не указывало на их существование. Но прежде чем Калигула будет вычеркнут из истории, он должен быть устранен физически. 24 января. В императорском дворце идет представление. Во время перерыва Калигула покидает театр без охраны. Возможно, он чувствовал себя в полной безопасности в этом месте. Но в этот момент на крик прибежали стражники, но было слишком поздно. Император, которому нанесли 30 ударов, лежал в луже крови. Родственники и друзья императора разъехались, но один из них, Ирод Агриппа, правитель Иудеи, организовал погребальный костер в садах Ватикана. Храмовый корабль впоследствии был затоплен у северного берега озера. Дворцовый корабль, вероятно, стоял на якоре несколько лет, возможно, до правления Нерона. Поэтому можно считать, что заговорщики добились успеха в достижении своей цели. И еще, они пытались уничтожить навсегда все следы великих кораблей. Но спустя 2000 лет те снова поднялись на поверхность. Император вошел в историю умалишенным. Но его предполагаемое безумие поставлено под сомнение. Кто знает, возможно, однажды мы также откроем, что великие корабли Сиды послужили императору и его семье, сопровождая их в последнем путешествии.